деле с вами познакомимся. А зовут меня Тимоха. Произнесите тоже. Тимоха, скажите. Тимоха, вот запомните меня. Я вам сегодня пригожусь. Итак, ребята, мы рады приветствовать вас в этом зале, в этом празднике. А вы знаете, какой сегодня праздник? Масленица. Молодцы! Ну, конечно же, Масленица. Именно в этот праздник мы провожаем весну, провожаем зиму. Давайте скажем себе, пока-пока, пока-пока, зима. И приветствуем весну. Скажем, давайте, привет, весна. Привет, приходи к нам. И вот, ребята, чтобы нам хорошо проводить зиму, надо показать, чему мы научились за это время. Здравствуйте, ребята! Кто я, догадайтесь? А? Зима! Зима! Видите, я вас запутал. Вы не знаете, кто я, зима или весна. Сейчас мы узнаем. Точно вот такая вот мыльная гусеничка пришла к нам на Масленицу. Давайте попробуем. Вот это да. Вот это пузырь. Смотрите, как он переливается. А теперь еще одна фигурка. Но при помощи рук попробуйте догадаться. Давай. Подожди, лопать не надо. Да не расстойтесь, снеговичок, но необычно, посмотрите, а танц
поет. Потанцуйте давайте все со Снеговичком тоже. Потанцуйте. Начинается настоящая зима. Подождите, поворотите. А, ребята, хотите увидеть мыльный бордо? Хотите? Смотрите, какой огромный мыльный бордо! Еще разочек. Ой, ну а теперь вот такой вот огромный мыльный червяк. И вот такой вот мыльный паровоз. Давайте не будем лопать, чтобы они были большущие у нас. Вот какие огромные мыльные пузыри. Ну а теперь, ребята,